что вы управляете своим присутствием, в том числе в моем бассейне, в моем наделе. Что я, стою там на тайном месте и здесь на тайном месте. А что я не знаю, я просто это публичное искусство, это театр и арт является оплодотворяющим, значит, за людьми профессии. Что такие дикие категории? Что меня, значит, законите на место с объективно конкретными уголовно-процессуальными ранениями. Ножи просто торчат снизу, значит, из дна. Месте, которое я знаю 30 лет. Я здесь плаваю с 89-го года. Не с 10-го, не с 20-го, с 89-го года. А так вы познакомились с моим мужем? Запятая. Ну, видите, даже здесь постесняться поплавать на открытом пляже. Как-то. По-моему, видео стоит 100 тысяч человек смотрит. А я не хотел открывать камеру вообще. Ладно, я думаю, не знаю, открывать камеру нет, я бы не стал ее даже открывать. А уз я просто теряю. Значит, свою школу работать с камерой в воде в связи с незаконной, несправедливостью и клеветой, которую мне приговорили. А уже просто к смерти. Это госпиталь, это тяжелое ранение, неспособность где-то до октября.